К концу 2015 года в детских садах Солнечногорска появится 540 свободных мест, что позволит ликвидировать существующие на сегодня очереди в дошкольные учреждения. Об этом во время рабочей поездки в детские сады города заявил глава Солнечногорского района Александр Якунин. Все, Андрей Юрьевич рассказал, все начинается с песочницы. Да. Глава вспоминает детство и распоряжается добавить песка в эту песочницу. Но у Александра Якунина, конечно, более глобальная задача – проконтролировать решение вопросов, связанных с очередями в детские сады. За этим здесь целая комиссия из администрации. Эту задачу поставил перед нами президент, мы должны ее исполнить. В данном случае, в данном конкретном случае, глава района понимает, что при наличии свободных мест мы должны изыскать дополнительные средства и эти свободные площади задействовать максимально. Для начала комиссия ходит по всем группам. Александр Якунин знакомится с юными воспитанниками. Как дела? Это вот эта группа Наталья Владимировна, поменяли. Выясняется, что в этом детском саду очередь составляет 29 человек. И здесь же приходит решение проблемы. Сделать ремонт в свободной группе потребуется порядка 2 миллионов рублей. А что там нужно сделать? Текущий капитальный ремонт и, естественно, сантехнические работы. Потому что группа была переоборудована за долгие годы отсутствия детей. Площади были свободные, руководители учреждений их не забрасывали, переоборудовали перед другие цели. В продолжении своего визита по детским садам глава района побывал в соседнем 43-м. Здесь ждут места 20 детей, и тоже есть свободные группы, их две. Заведующая детским садом рассказывает о своей идее. В связи с тем, что вот такая вот у нас проблема, мы решили сделать так. Вот из этой одной группы сделать две. Вот такая идея. А как это получится? Мы сейчас с вами спустимся, я вам прямо на примере покажу. Александр Якунин идею поддерживает. Переоборудованная группа ему нравится. Уютное, тоже есть место для кушать, заниматься и играть. А всего вместе это 84 квадрата. Вот такую идею, вот если будут у нас денежки, мы можем вот те группы так переоборудовать. Это плюс сколько мест получится? Это будет дополнительно где-то в районе 18-20 мест. По указу президента проблему с очередностью в детских садах нужно решить до 1 января 2016 года. На сегодняшний день очередь в детские сады Солнечногорска составляет 144 человека. Свободные группы в одних садах, реконструкция в других решит проблему, уверен глава. В программе у нас это завершение ремонта детского сада номер 19. Мы это обязательно сделаем до 1 января 2016 года, и детский сад заработает. Это нам даст плюс 300 мест. Дальше, вот сегодня мы были в двух садах, но в четырех садах у нас будет сделана перереконструкция, что нам тоже для городского поселения Солнечногорск даст 120 мест. Итого получается, что к концу 2015 года у нас городское поселение Солнечногорск получит плюс 420 мест. Естественно, с очередями тогда у нас проблем не будет. Оксана Федяшна, Олег Макаров. Наше время.